О, давай, о, давай. Видно было, да. Вот это круто было. Такой зимой, как лето. Вот так красиво хорошо было. Круто. По-моему, у тебя топливо кончилось. О! Слушай, сейчас вообще как подбитый мессер. Как это? Горишь, друг, горишь! Сейчас мы тебе поближе подойдем, видно даже шлейф. Ну сейчас ракурс обалденный, не двигайся. Огонь! 3,5 минуты, как я обещал. Огонь! Все, кончилось. Кончилось. Сейчас мы тебя фотографируем, снимаем сбоку. Ну все, пошли мы на посадку, наверное, байкер. На разбеге держи ручку нейтрально, не отдавай его. То есть с задранным хвостом нет нужды бежать. Он в нейтрале сам, как наберет скорость, сам отходит. А то он катится, бум-бум-бум колесом, а что, подорвет. Ну 94 в зону готов, по кругу готов. 54, взлет круг. Взлетайте круг. Взлетаем. Ну, я тебя поздравляю. Поздравляю. А если бы убрал интерцептор, сейчас до конца. Ты смотри, как хорошо выровнял, раз, беру. А там трамплин, там такая ямка, которая подбросила. Да, ты думаешь? Ну, я ж прям почувствовал, я на нее вкатился и от нее, ну, прям... ладно, поздравляю. Ой, спасибо. Юся, дорогой ты мой. Ой. Да, смотри, давай я тебя поздравлю. Ой. Феликс в этом году, умнички, молодцы. Ой. Ребята. Молодцы, ой, все хорошо. Ой. Да, вот это правильно. Под буквой С. Под буквой С, вот сюда, ко мне.
Ну, Клауса запускаем. Это вам не ёб, верный бабай. Это серьезно. С электро... электропланером. Да, выглядит ужасно, конечно. Пыли столько, редкостно. Это кило скапапа. Je vais rester avec vous parce que je fais demi-tour vers l'ouest. D'accord. Bonjour, Lucas Santos Delta, niveau 130, vers 140, la conf, plus haut. Lucas Santos Delta, bonjour, montez niveau 190. Oscar, papa, je reste avec vous. La France de 20 heures, descendez niveau 150. Voyons 100 vers le 150, au revoir. La France de 20 heures, contactez Aquitaine 129, décimale 875. Au revoir. Aquitaine 129, 875. Это они все это время летят кверх ногами. Бесплатная затяжка от байкера. Вот байкер говорит, что бесплатная затяжка от байкера. Вот. Это он всех уговорил. Кюрель, давай обратно. Get back. Вот теперь он дотянет. Огонь. Огонь. А вес какой? Килограмм 60. Ага, хорошо. Заводимся. Готово? Девушка может спать теперь ночью. Говорю, готово? Ну, я очень рад всех видеть в таком прекрасном составе. Очень хочется встречаться также почаще. И Сергею огромное спасибо, что он меня вытащил. Это, в общем, его было... предложение, я бы сам, наверное, не поехал, разленился. Вот, так что не ленимся, встречаемся в следующий раз в таком же составе. Что, в следующий раз? За чемпиона! Нет, ну, давай! Ура! Кир едет на мотоцикле. А теперь крупный план напасть. С днём рождения, папа! Дудь? Да. Раз, два, три.